Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Russian Easy Learning. Меня зовут Аида. В этом подкасте я буду говорить только по-русски. Эти выпуски подходят для тех, кто начинает изучать русский язык. Здесь мы с вами будем слушать интересные истории о жизни, об известных людях и об интересных местах. Вы можете включить субтитры, чтобы лучше понять содержание. Сегодня мы поговорим о хобби известных русских писателей. У кого-то хобби было вполне обычным, а у кого-то необычным и даже экстравагантным. Давайте поговорим об этом. Что такое хобби? Хобби – это то, что любит делать человек, когда у него есть свободное время. Например, в свободное время я люблю заниматься спортом и играть в настольные игры. А что же любили делать известные русские писатели? Например, Михаил Лермонтов, известный русский поэт, очень любил рисовать. Его учителями были известные художники. Лермонтов рисовал пейзажи, портреты и даже карикатуры. Особенно он любил рисовать горы. Николай Гоголь был, наверное, самым загадочным писателем в русской литературе. У него были очень странные привычки, фобии и увлечения. Гоголь коллекционировал маленькие книги, которые мы сегодня называем карманные. У него было очень много карманных книг. У писателя было еще одно необычное хобби. Гоголь с удовольствием занимался рукоделием. Он умел хорошо шить и готовить. Гоголь любил угощать друзей варениками и булочками. Любимым напитком Гоголя было козье молоко, которое он варил по особому рецепту. Он называл этот напиток «Гоголь-моголь», хотя настоящий Гоголь-моголь – это совсем другое. Это блюдо из сахара и яиц. Лев Толстой очень любил кататься на велосипеде. Первый раз он сел на велосипед, когда ему было 67 лет. Он начал кататься на велосипеде через месяц после смерти своего 7-летнего сына Ванечки. После смерти сына Толстой чувствовал себя плохо, и его друзья решили подарить ему велосипед и научить его кататься в саду. Толстой быстро полюбил это занятие и катался на велосипеде каждый день. Иосиф Бродский не мог жить без кошек. Кошки жили у поэта дома. Самым известным котом Бродского был кот Миссисипи, который появился у него в Нью-Йорке. Бродский очень любил своего кота, и кот всегда путешествовал с писателем. Кроме того, почти все известные русские писатели и поэты очень любили играть в карты.
И некоторые, например, Достоевский и Пушкин, часто проигрывали все, что у них было. Они проигрывали даже то, чего еще не было. Друзья, я надеюсь, что этот эпизод был интересным для вас. Спасибо, что дослушали до конца. Услышимся в следующем выпуске. Если хотите предложить темы для следующих выпусков, пишите в комментариях. Пока-пока!